Ну, в общем, репку раз и того вытянули. А теперь еще все, баиньки. Ну, а мораль у этой сказки в том, что любую совместную работу нужно правильно организовать. Я тебе люльку качать не мешаю, вот и ты мне сказку не порть. Послушайте, обидчивый вы мой, но ведь кто-то должен объяснить ребенку смысл истории. Да нету у репки никакого смысла. Смысл там есть. Не можете зреть в корень, это ваша проблема. Да я у корнях побольше некоторых разбираюсь. А я говорю, друг вы мой упрямый, есть мораль? Нету, укуси тебя, пчела. Есть. Нету. Есть. Баю-баюшки, баю, не ложись на краю. Придет серенький волчок. Оказывается, мораль-то в репке не для него, а для нас. Это точно. Хорошая совместная работа, оно поважнее любой сказки будет. Сообща, значит лучше.